Наталія Матко, власниця крамниці авторських страв. 5 років тому перейшла на правильне харчування. На своїх сторінках у соцмережах ділиться знаннями щодо вибору продуктів. А також співзасновниця Центру жіночої природи і просто красуня за ЗОЖ, за спорт, за все. Доброго ранку вам. Доброго вітаю в нашій ранковій студії. Сьогодні будемо вас дізнаватися, як ви все встигаєте. Тому що для мене це, здається, неможливо. Хоча для сучасної людини це ви маєте робити просто всі речі одразу, розділятися одразу на 5. Так, наприклад, 5 тань мають робити все одразу. Так? Але це завжди важко. Як ви встигаєте все? Ну, Танечка, чесно сказати, я нічого не успіваю. Ага. Тому що, по большому счету, я не успіваю даже половину того, що мені б хотілося успівати. І коли-то мій син сказав: мам, а давай ми... Слушай, а було б класно, якби ми тебе клонували. Тобто було б 4 Наташі, які розподілялись б на різні фронта. Да? Но, извините, так невозможно, і ми живемо в реальному світі, поэтому що мені допомагає? Ну, це така п'ятерочка моя, що мені допомагає. Висипатися, ложитися до 10 часов, до 11 максимум, просипатися в 7, тобто определенний режим. Он спасає, он виручає, ти без синяков, без опухшості під глазами, тобто все хорошо. Правильне питання, ну, це само собою, мы никуда от этого не убежим. Это помогает и выручает, когда нужно очень много чего успеть. Третье – это планирование. Хотим мы или не хотим, но мы сегодня в таком мире, куда мы можем отвлечься вот по щелчку пальца просто. Инстаграм засасывает за секунду, там соцсети, вообще интересные какие-то новости, ютубы. Поэтому нужно контролировать свое время. Залипаешь – вылипай с этого состояния. То есть вот брать себя за шкирку и выходить, потому что информации ты не получаешь, ты не развиваешься, ты просто тратишь время зря. От про розвиток якраз почали розмову, так? Наскільки саморозвиток, можливо, для сучасної пані важливий саме в нашому світі зараз? Смотрите, этот вопрос стоял всегда в мире. Просто когда-то женщины решили, что они только домогосподарки, да? То есть они убирают, готовят, удовлетворяют потребности своего мужчины, вдохновляют его и все. На сегодняшний момент этого уже мало. То есть женщина переступила ту черту, когда женщина может делать уже больше, чем мужчина. Она чуть-чуть более сконцентрирована, она может точечно выполнять, она мультизадачна. И поэтому сейчас у женщины очень тяжелый период, потому что это не я одна об этом говорю, это сейчас женщины как бы всей планеты, мы чуть-чуть меняемся. Мы переходим в новое измерение, где женщины, так как бы, к сожалению или к счастью, женщины будут стоять во главе. И к этому надо прийти и привыкнуть, и понять, что ничего в этом страшного нет. То есть женщина по своей природе, она мультизадачна. И если это в себе развивать, будет очень хорошо и всем, и мужчине вокруг. Угу. Яким чином це розвивати? От ви встигаєте, наприклад, і вести свій власний бізнес. Два. Так? Два? Два. Так, я мало два про вас знаю. І ділитись досвідом із іншими людьми. От як, можливо, і почати якусь свою справу, так? Де взяти ось це натхнення і сили для того, щоб відірватися від будинку, від родини і встигати щось інше? Скажу одну таку річ. Ми ніколи не зробимо квантовий скачок, поки не опустимося на саме дно. Вот в моей жизни произошло самое дно, когда я туда опустилась, и когда я поняла, что я так больше не могу жить. Мне сложно, я задыхаюсь, я уничтожаю саму себя. И когда я это поняла, это было дно, от которого можно было оттолкнуться, либо упасть дальше. Я решила оттолкнуться, я решила взять все свои возможности, таланты, все, что у меня есть, и идти. Знаете, как такой рюкзачок в поход. Я себе сказала: Наташ, у тебя как бы нет выбора, у тебя есть сын, на тот момент у меня была семья, сейчас, к сожалению, я уже в разводе, потому что, темпы жизни не успевают, и нам люди даны на определенные этапы жизни, все нормально, но я с этим рюкзачком сказала себе: я иду, несмотря ни на что. И, наверное, этим я и показываю своим примером женщинам, что можно идти.
И нужно идти, потому что если ты не будешь идти, ты просто сама себя съешь, ты потом начнешь болеть, у тебя не будет сил ни на что, ты будешь ходить вся не в позитивчике, да, а в негативчике постоянно. Весь мир будет плох, и все будет тебя разрушать, потому что ты будешь разрушать мир. И, наверное, вот это и послужило тому, что, Наташ, ну, у тебя как бы нет выбора. Ну, начинай, а там как пойдет. Ну, так вот я начала Бруклин, это магазин авторской еды, когда я, ну, мне это нравилось, и я решила это сделать. А потом поняла, что это нравится не только мне, а еще и людям вокруг. И мне так стало тепло и хорошо, что люди приходят, делятся своими новостями, советами, слушают, а как, просят какой-то помощи. И потом у меня появилась идея, ага, значит, женщины в нашем городе очень болезненные. Ну, мы все женщины болезненные, к сожалению, девочки. У нас у всех есть свои боли, которые мы не можем никому рассказать. Мы держим это в себе, и нам очень сложно жить с этим, потому что все вокруг на нас давит. И я поняла, что мне нужно помогать женщинам. Вот просто советами, просто каким-то своим хорошим настроением, позитивом, песнями в машине, в конце концов, когда я просто люблю это делать, и я пою и показываю девочкам. Девочки, можно проснуться и переключиться на позитив, и это нормально, и так можно делать, и так нужно делать. И вот поэтому я здесь, и я понимаю, что женщины должны проснуться. Правда, женщины должны проснуться. И мы создали этот центр для того, чтобы женщинам показать, что ты не только мать и домработница, ты еще есть сама у себя. И ты должна осуществить, тебе дали тело женщины, и ты должна прийти в это тело и раскрыть все свои таланты. И только тогда ты сможешь сказать, я реализовалась, я ушла в свет, я исполнила там свою миссию в жизни. И у каждого как бы миссия своя, но чтобы ее найти, нужно копать. Ну правда, нужно брать лопату, девочки, каждый день просыпаться и копать. Так, десь там моя лопата стояла, вже треба піти забрати. Отже, в центрі ви допомагаєте іншим також от розкриватися, так, в собі. Я знаю, у вас є там декілька різних таких заходів. От, можливо, в найближчі дні що планується? Було б цікаво. Смотрите, у нас в найближчі дні, ми в п'ятницю, я з удовольствием вас всіх хочу пригласити, у нас буде вокальна терапія на 18:00 з моїм личним виконанням. Що це взагалі? Що це за вокальна терапія? Це те ж саме, що караоке, тільки ти приходишь в круг женщин, которые единомышленницы, и мы начинаем петь, танцевать, раскрепощать свое тело. Мы не думаем о том, как красиво мы смотримся, некрасиво смотрит на нас какой-то парень из караоке, а мы должны ему понравиться. Нет, мы должны научиться быть собой в любой ситуации. Куда бы нас ни погрузили, мы должны оставаться собой и собранными, и, ну, как бы думающими женщинами. Поэтому вокальная терапия — это мы приходим и поем песни. Вот, и еще и можем танцевать вместе, а потом после этого мы пьем чай, обсуждаем. Поэтому в 18:00 я приглашаю всех, кто желает прийти и просто попробовать и понять вообще, что у нас в центре происходит, какая у нас атмосфера, и, ну, может быть, вам не к нам, а может быть, кто-то и захочет прийти к нам. Вот. И следующее еще мероприятие, 7 декабря, у нас будет такая арт-терапия глиняная. То есть мы будем из глины вместе с нашим психологом Светланой Амельчук лепить эмоции, наши эмоции. Вот что сейчас внутри, вот с таким камнем, знаете, в душе лежит, и вы не можете ничего с этим сделать. Мне кажется, это иногда очень сложно изобразить свои эмоции, якось вот перекласти их в материальное, да, вот все. А мы не думаем. Вот мы берем глину в руки, мы не думаем. У нас отключается мозг и включается подсознание. И подсознание само вылепливает. Благодаря рукам оно вылепливает то, что у тебя внутри. Поэтому мы не думаем, девочки. Не треба думати. Не думайте, розвивайтеся. Я думаю, що вже ви, можливо, замислили, що не треба просто так сидіти і просто дивитися нас, а, звісно, надихатися. Ось особливо від нашої гості сьогодні, вона розказала вам, що робити, щоб розвиватися, створити щось своє і не сидіти просто вдома. Тому давайте, рухаємось, починаємо копати, так? Отже, Наталія Матко, співзасновниця Центру жіночої природи.